помощь оказалась рядом. Сотрудники МЧС помогли на стройке осуществить спуск травмированного мужчины. ЧП произошло в Гомеле на улице Гвоздичная в строящемся частном доме. Медики не смогли самостоятельно спустить со второго этажа мужчину, который получил перелом руки, таза и бедра левой ноги. Понадобилась помощь сотрудников службы спасения. Взяв жесткие носилки, работники МЧС смогли спустить пострадавшего через оконный проем. Тяжело травмированный мужчина был госпитализирован.